последние годы в Самаре отличительной чертой дорожно-ремонтной кампании является участие в контроле не только специалистов, но и общественности. Региональный координатор нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Алексей Степанов с утра пораньше уже на ногах. Оценивает ход ремонта улицы Ленинская на участке от Льва Толстого до Некрасовской. Здесь полностью завершили фрезерование, сейчас идет укладка нижнего слоя асфальта. Главное, отремонтированная улица будет безопасна как для пешеходов, так и для водителей. Эта дорога проходит через центр города и характерна большим количеством пересечений других улиц, квартальных проездов, дворовых въездов. На уже выполненных участках мы видим большое количество новых знаков, новых светофорных объектов, пешеходных ограждений и дорожной разметки. Все делается по технологии, в соответствии с конкурсным заданием. В целом хорошо стали ремонтировать, гораздо лучше стало, особенно в центре города. 4000 квадратных метров приводит в порядок 15 единиц техники и бригады из 15 человек. Асфальтобетонное покрытие укладывают в два слоя. Помимо этого заменяют крышки дождеприемных и смотровых колодцев. Выводят их в один уровень с поверхностью дороги. Увеличится количество парковочных мест. Пешеходные зоны также обновят, в том числе и съезды во дворы. Все это осуществляется посредством, то есть, соответственно, как вы видели, техники, асфальтобетонного укладчика, катков разного тоннажа, разного действия, статичных. И динамического. Ну и, соответственно, сопутствующая техника, экскаваторы, там, похолодеры, все остальное. То есть, что потребно для выемки асфальта, там, грунта, еще чего-то, для ремонта полотна. После окончания основных видов ремонтных работ выставит предусмотренные дислокации средства организации дорожного движения и установит ограждения. Контролирует на каждом этапе ход комплексного ремонта улицы Ленинская в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» муниципальное учреждение «Дорожное хозяйство». Работы по ремонту объекта ведутся на протяжении уже 2 лет. В текущем году работы ведутся на участке улицы Ленинская от дома 1 до улицы Чкал, в общей протяженности 2,8 километра. Если говорить о выполнении работ в текущем году, то в общем работы по объекту выполнены более чем на 80%. Надо отметить, что объект уже находится в своей завершающей стадии. Улица Ленинская очень важна не только для жителей тех районов Самары, через которые она проходит, но и для всех горожан и гостей города. Здесь располагаются офисы крупных компаний, музеи, стадион «Динамо», собор Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому дорога активно используется как по будням, так и в выходные дни. Проехать по обновленному покрытию улицы Ленинской водители смогут уже в конце октября. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События.